Убирать зерно с такими комбайнами – одно удовольствие, говорят хлебоборы. Все-таки современная техника. Вообще, Должанский район – лидер в растеневодстве. Больше 64 тысяч гектаров пашни обрабатывается каждый год. По предварительным прогнозам, урожайность зерновых в районе будет в пределах 45 центнеров с гектаром. В этом году погода поспособствовала, а потому урожай вышел хороший. Губернатор Александр Козлов таким результатом остался доволен и решил на несколько минут кресло губернатора сменить на кресло комбайнера. Сам сел за штурвал. Так что теперь есть в этой золотой массе и зерно, собранное лично губернатором. Такая техника, которая сегодня на полях работает, это же супертехника. Ее нельзя сравнивать с техникой 30-летней давности. Поэтому оператор работы на таких комбайнах одно удовольствие. После 20-го губернатор решил приехать в район и денька два поработать на поле. Вслед за Должанским к уборке приступили в Малоархангельском, Колпнянском и Ливенском районах. Завершить основные работы там планируют за 15-20 дней. Кстати, орловским аграриям помогут и другие регионы. В область уже идет дополнительная уборочная техника. Алина Чебан для программы «Оперативный эфир».